Всем огромнейший привет! Как вы поняли по набору ингредиентов, сегодня мы будем готовить салат, который полюбился очень многим и который имеет просто множество вариантов. Салат с крабовыми палочками. Что нам потребуется? Для своего любимого салата я использую крабовые палочки, кукурузу консервированную, яйца, кислое яблоко и майонез. Да, я готовлю с кислым яблочком, а вы в комментариях напишите, какие ингредиенты вы используете для салата с крабовыми палочками. Итак, первое. Яйца отправляем вариться. Крабовые палочки размораживаем. Быстро их разморозить можно в микроволновой печи или залив просто кипятком. И нарезаем кубиками. Теперь переходим к яблокам. Его мы разрезаем на 4 части, яблочко. Избавляемся от косточек и срезаем кожуру. С яблоками действовать желательно как можно быстрее, потому что они товарищи, которые любят потемнеть. И выглядят потом, ну, не очень хорошо. Вместо ножа можете взять овощечистку. У меня, к сожалению, такой нет. Но знаю, что дело очень удобное. Теперь в салатик к яблокам и крабовым палочкам добавляем кукурузу. Яйца благополучно отварились. Мы их забросили в холодную воду, чтобы они лучше чистились. И теперь нарезаем кубиками. Отправляем яйца в салатник и добавляем майонез. Не забудьте добавить соль и перец на свой вкус. А я желаю вам приятнейшего аппетита!